10 поверхаў, 4 пад'езды, 180 кватэр. На першы погляд, дом мала чым адрозніваецца ад суседніх. Аднак падабенства на гэтым заканчваюцца. Геліокалектары на даху, двухузроўневая сістэма каналізацыі і разумная сістэма вентыляцыі робяць жыллё энергаэфектыўным, а як следства – эканамічным. По всем расчетным показателям мы выходим примерно на величину удельного потребления тепловой энергии, порядка 60 кВт на квадратный метр в год. Обычный дом это сейчас порядка 120-130, вы можете почувствовать эффект. Это передача тепла от исходящего воздуха по системе вентиляции, это передача тепла от входящей и исходящей воды и сохранение энергии с помощью геоколлекторов. Учитывая, что стоимость коммунальных услуг она складывается в основном из затрат на подогрев воды, на тепло, то каждый житель этого дома существенно почувствует на своем кошельке экономию. Узимку такая система – добрая альтернатива звыклым способом согреться. Все, что треба зарабить жихарам кватеры – выставить комфортную температуру и раз у год промыть фильтр системы вентиляции. По системе вентиляции и отопления она даст эффект в два раза меньше, чем жильцы другого дома платят за отопление. Карыстацца сістэмай нескладана, кажуць спецыялісты. Для будучых жыльцоў арганізуюць навучанне. Алена Салаўёва, Дзяніс Бутылін, Навіны рэгіён.